Всем здравствуйте! Это наш второй видеоурок. Я надеюсь, что вы запомнили важность разминки и приступаем к нашим новым заданиям. Начнем с движения складочка стоя. Примите положение стоя, руки на талию возьмите. Далее идет наклон ровно на 90 градусов. Держите спину прямую, голова продолжение вашей спины. Локти четко в стороны, колени не сгибаются. Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем отдохните и задержитесь снова. Попробуем выполнить это упражнение самостоятельно. Руки на пояс, наклон на 90 градусов, спина прямая, голова продолжение спины. Носочки немного врозь, колени собраны, колени абсолютно прямые. Повторяйте его 2 раза по 30 секунд. Для следующего движения вам нужно будет поднять руки наверх и взяться кистями за локти, за головой. Также делаем наклон на 90 градусов. Следим, чтобы локти были ровно в стороны, голова продолжение вашей спины, угол в 90 градусов, колени прямые собраны, носочки немножко врозь. Задерживаемся так на 30 секунд, отдыхаем, а затем повторяем второй раз. Попробуем сделать это самостоятельно. Наклон на 90 градусов, локти в стороны, голова, продолжение вашей спины, спина абсолютно прямая. Соблюдайте угол в 90 градусов, колени собраны прямые, носочки немного врозь. И отдыхаем. Для следующего движения вам нужно будет опустить руки вниз на пол, настолько, насколько это возможно. Кисти, ладошки стоят на полу, смотрят вперед. Голова смотрит тоже вниз. Следите за тем, чтобы ваша спина была абсолютно прямая, колени собранные и абсолютно собранные вместе ноги. Задержитесь на 30 секунд в этом положении, затем отдохните и повторите второй раз. А теперь давайте попробуем сделать это самостоятельно. Ставьте ладошки на пол. Выпрямляйте колени, соберите пятки, носочки немножко врозь. Следите за тем, чтобы спина и голова были на одном уровне. Тянитесь животом к своим бедрам. Не забывайте, что вдох через нос, выдох через рот. Задержитесь так на 30 секунд, а затем повторите второй раз. Ну и последнее задание в нашем втором видеоуроке. Ставим ноги чуть шире ширины наших плеч. Руки берем также за локти. И наклоняемся вперед абсолютно прямой спиной, стараемся поставить локти на пол настолько, насколько это возможно. Следите за тем, чтобы спина была абсолютно прямая, живот тянулся к бедрам, колени прямые, носочки смотрят немного в стороны. Задерживаемся в этом положении на 30 секунд, затем отдыхаем и повторяем второй раз. Теперь давайте попробуем выполнить это задание самостоятельно. Ноги шире, чем ваша ширина плеч, далее берем кистями рук ваши локти, пошел наклон вперед, животик тянется к бедрам, колени абсолютно прямые, носочки немного врозь, спина и голова на одном уровне, спина абсолютно прямая. Задерживаетесь на 30 секунд, затем отдыхайте и повторяйте это второй раз. А теперь давайте повторим все пройденное на нашем видеоуроке. Принимаем положение стоя, ставим руки на пояс, затем идет наклон ровно на 90 градусов. Спина прямая, голова продолжение спины, колени собраны, носочки немного врозь. Не забывайте, что угол между корпусом и ногами ровно 90 градусов. Стоим так 30 секунд, затем отдыхаем и повторяем второй раз. Далее следующее наше движение. Руки за головой, кистями взять локти. Такой же наклон на 90 градусов. Колени собраны, пятки собраны, носочки немного врозь. Не забывайте, что между корпусом и бедрами 90 градусов, спина прямая, голова продолжение нашей спины. Далее мы выпрямляем руки, ставим ладошки на пол, наклон вперед, тянемся животом к нашим бедрам. Не забывайте, что пятки, колени собраны, колени абсолютно прямые, носочки немного врозь. Спина прямая, животик тянется к нашим бедрам. Задерживаемся в этом положении на 30 секунд, затем отдыхаем и повторяем второй раз. Следующее наше движение. Ноги немного шире вашей ширины плеч, берем руки за локти и стараемся коснуться локтями пола. При этом колени абсолютно прямые, носочки немного врозь, спина прямая, голова продолжение нашей спины. Задерживаемся по 30 секунд, отдыхаем,
а затем задерживаемся еще на 30 секунд. Делайте эти движения дома, я вам даю их на домашнее задание. Жду вас в следующем видеоуроке. Всем спасибо за внимание, пока!